Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Эндрю Фальк, карьера за футбольный клуб ЦСКА в игре Total Club Mansion. У нас, как я понимаю, последняя, или, возможно, предпоследняя игра уходящего года, 2004-го, да. Это был матч против московского Локомотива. Так, давай даже начнем его. И мы выиграем после первого тайма. Желтый получил. Да, сыграли на справа фланга. И мы выиграем со счетом 3-0. А на 2 января. И соперник дает московский контракт. Мы выиграли Соколов, Крылья, Луч, против которого мы имеем Черноморец и Пермский Амхат. Динамо сожалеет. Ничего особо интересного. Ну, по идее, мы должны как-нибудь достаточно без особых проблем обыгрывать. Луч энергии из Бурга будет восток. Олег Косов приходит в московский Спартак. Кстати, новый писатель, да? Посмотрим на лучших игроков и тренеров вместе с менеджером Стефлятом. И тут у нас тоже на этом конференции вон белорусский нападающий. Там бил танго чемпионатом Беларуси, кажется. У нас тут тоже на этом будет там блистать. Такой ход, там за кем следят. Там за кем-то стоят. А, Кириченко вышел. Матфей Матмакеев. Кириченко, да. Ленц. Все, главный Фэнтус.
всем вам карпели. Было страшно. Ничего интересного. Подписан на этого чувака. Вообще супер. Не обожаю. Давайте глянем, что у нас. Такой-то вообще, конечно, лажи, конечно. Скачать не работает.
Это будет очень хорошо. Я помню, есть еще футболист Иван Саенко. И спустя какое-то время 17-летний Иван Саенко. 475. Так. Но так как мы подписываем Дэйла, он был прокачивать, держи верушку окончательно. Даже возможно бесконечку резерву, так сказать. Поэтому нам нужно одного опорничка, тем более возрастной уже, наблюдать. А что ты скажешь, не хочешь? Тут еще засадить. Вот так тебя устраивает. А 40. Спотерся, чтобы мы с тобой было шерше, но 300. Да. Буду сейчас стать с неблагодарным. Интерскрылся 12 миллионов из этого же по 1 300 000. Фильм спорта потом 1 250 000. Вообще обалденно, я не пойму. Хотят карманы раскупить. Сейчас вообще вот так сделаю. Просто скажи, что ты делаешь, все так обновляем. Ты вот, который вот этого команда, я просто даже игрок, который вспомнил спорта в реальной жизни себя. Такая я не смог это делать. Но я не знаю, то что... Вот так вот уже не могу. Хорошо, так. Вот так вот тоже не могу. Так, и хочу я отступлю за него. Сейчас. 100 миллионов. Хорошо, если 40 миллионов. Надо это сделать. Ну, нет, пожалуйста. Перстка по нему. Либо то, либо. Хорошо, вот так вот. Оставляем. Хорошо же нет. Уже там замерзнется. Замерзнется вода. Кстати. Активарный контракт. Да, правая девушка. Ну, не обижаемся. Все-таки что получится. Жирушек, синюшек, шевелый, большой. Жаль, что мы делаем двойной бандит. Оперируем.
Да. Бетуков. Блин, надо его ранее отправить в следующий. Я в парке его сейчас как дракон, когда там нормально. Пох, что в текущем сезоне, да, молодежь не играет, не вышла, типа, ночью в первый дивизион. Тубац Еремин послал мне в первый дивизион. Они там покатались, потренировались. Классные ребята такие. Ну, ничем не поделаешь. Но это бывает. Нормально. Ленина, как говорится, точно, пока. Конец сезона покажет. Да, пускай приходит. Спасибо. Что же, приехать в московский Спартак. Пускай эту дорожку. Удачи на кухне. Не знаю, кто это, но рад, что мы приняли. Ну, по-прошлому, да, мы с Андреем сразу стартовали. Совсем поиграл. Как уже сказал, прописать не хвалю, собираюсь. Так, когда пустить такую ночь? Блин, Коржакова. Или ладно. Вот это. Вот.
Спина пиджака, выпускаем от короны. Давайте выпустим наш нормальный. 3-1 катание по-дольски. Аккаунт, аккаунт имел травму, получает. Это очень хорошо. Это вообще не есть хорошо. Черноморец он будет противостоять в финале. Понятно, что тут не должно возникнуть особых проблем. Затворяется данная история. Выдали собрать тандем с учетом жарко. А травм у него не серьезно. Это хорошо. Поэтому там выдали собрать. Сунгом вместе с маком. Бывает. Блин. Немножко подравниваем состав. Если лей так и осталось. Поравнимся. Где мальчик? Против Черноморца. 2-2 после первого тайма, а потом четвертый. Удивление, что ли. Рома конвейерно пропустил. 4-2. Первый кубок. Порвали, порвали. Машевич, Автогол, Подольский, Ременко. Да, первый трофей, слава богу, на 7-й. Кубок в истории. Немножко что-то не нажато. Норвежки, норвежки. Да, у нас тут матч 19-22. Да, как мы играем без закрытого трансфера в окно. Еще раз говорю, мы никому не подписываем на кого-нибудь продали. Например, уже Ярошко. Чего мы не знаем, но видим. Реально трансфер в обычной жизни. Игрок из, наверное, перешел в игроку. Хотя нет, но может быть и обычный, но как бы. Немножко нереальный. Я Фальберт из Зинта перешел. Так, давайте с вас. Давайте я разобрал все это не так. Шевич, Еременко. Мамон, Еременко. Леша, дальше чем нет. Сергей Гуев, да. Да. Артем Малевич. Так, сгенерировано. Постановочный совет, как будет на меня. Чем порвать, так и какого мы тоже можем заявить. Ладно, я уже пока что мы его продали. Кожиков вот так вот. Угу, с Сонгом. Ну, в принципе, все. По-любому сейчас найти наши листы. Нету. А молодые. Ну, это же по-дольски. А может, они нет? Нет. А вот так и тренер Змит не играет в финале кубка. Оказался лучшим. Кубовым. Давайте сначала оставим. Все-таки у нас играет карта на Родимов. Чувствуем, как лучше развивался, нет, мы с Кубалыкин. Сейчас немножко нелогичен. Вместо сломать его. Так, а вы не кинем пока. Ну, смотри, сейчас слышу, что Малай, Багаев, Филиппов, ничего, сделки только. Вообще, их хорошо, не обязательно понимаете. Наш против Словакии, конечно, очень важен. Наш Красич, наш Тарас. Так, хорошо. Такой у нас получился сегодня выпуск. Трансферное окно, слава богу, выбирали. Вы написали, пишите в комментариях. Следующее трансферное окно.
летняя трансферная контроль, мы хотели купить наш состав Хэнк, так и Люси. Но в своем составе будет много свободных игроков, очень много игроков будет у нас в составе. Возможно, даже подпишем одного из лучших игроков мира, одного день. Ни одного золотого мяча Криштиану Роналду. Но сегодня это все. С вами был Андрей Пайф. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх. Пишите то, что думаете по поводу этой игры, предлагайте свои трансферы. И спрашивайте прочие вопросы. На сегодня это все. Пока-пока.